Так, ну, смотрите, мы можем где-то засесть и отбивать атаку, либо варианты были очень прикольные, кататься по кругу и устраивать погоню. Вернее, уходить от погони. Что за миссия? Вот у меня интернет кончился. В смысле, это не на сервере? Иду, но на прошлой миссии, на первой, у меня интернет вылетел, причем конкретно. А. Здрасте. Да. Как вам план? Я за спрятать. И я не хочу, чтобы было как в прошлый раз. Понятно, то есть в ленивый план выбираем. Хорошо. А что за миссия-то хотя бы? УТРК спасти. Угроза номер один. Так, какого? Она же на карте отображается у этого синего. Ну. Лучше тогда у одного, кататься. у агента отображает. А кто мы, кто враги и чё кого вообще непонятно. А мы вроде бы там такистанская армия, насколько я помню. Да, и они там такие, да, помесь. И у них есть отделение, похожее на нас. Там талибы и такистанский спецназ. Да. Просто. За снайперскую пару. Можно? Мы пойдем. Убегать от них, по-моему, бесполезно вообще. Угу. Но это они сорганизуются, если бесполезно. А если они сорганизуются, то мы можем прямо на военной базе оборону устроить. Загнать УТРК в ангар. А Сдоник за кого играет? За атаку. А мы кто? Оборону. Оборону. А, ну тогда организуются, ладно. Вот, на военной базе загнать в ангар и все. То есть в казармах сидеть. Мы на военной базе стартуем, если что. Вообще никуда ехать не можем ехать. Люди по горам рассядутся наши, по склонам слева, справа, вернее, с севера запада, с юга и на северо западе, на востоке еще будут люди, и все. А ночь не ночь? 2 часа, по-моему, дня. Небольшая поправочка, там или ангар не влезет в ангар. Не влезет? Нет, там ангар такой синий стеклянный, в котором дверцы не открываются. Мы пробовали, да, не залазит туда. Хрен. Вас там. Мы во Влализар, когда пригоняли, тоже нет, пытались засунуть они такое. В северного аэропорта Бастан не вариант вообще никак. Что ж он такой толстый? Че, где в Фирузабаде или на шахте? Ну, есть с бастами, на самом деле можно в мечеть загнать, тоже толстые стены, 2 входа и все. Сейчас я зайду. Мы в прошлый раз, когда туда ехали, там уже засада была. Да, встретились с ними. Давайте, как обычно, либо шахта, либо вот на военной базе попробуем. На военной базе ни разу не было у нас обороны. Именно на военной базе. Ну, можно где-нибудь. Военная база можно в этот спрятать. Загнать. В там есть. Жирный он, жирный, жирный он. Жирный не хватит. Не пролезет. Отец, не то чтобы жирный, он слишком длинный. Нам надо сделать, как в третьей армии, возможность создания собственных укреплений. Чтобы было не совсем ожиданно для противника. Обложить кирпичом. Ну, чтобы хотя бы бункер какой-нибудь. Можем в город загнать, там застройка очень плотная, в принципе. Можем загнать где-нибудь. А что мешает нам это дело в Какару типа делать? Они же не могут выходить. В Какару его поставить, с Граника они не достанут там далеко по километру. Да? Какару. А, в зеленке прям? Ну нет, в городе в самой его поставить, городе. А вокруг пулеметной точки на горах поставить. Ну да, кстати. Они тоже вылезать не могут, и мы не можем. Главное не выехать нам. Да, стоять просто удерживать. Не, там, по-моему, это темнеет в глазах, если выходишь. Mm. За маркер. Мы как-то его куда, я не помню, куда-то мы его загоняли, в самый угол, по-моему, вот левый нижний. Загнали наверх туда, проверяли, насколько еще можно. На триггер заходишь, он тебе, короче, темнеет все в глазах. Хорошо. Ну, Какару, кстати, неплохой вариант. Зеленка вокруг, горы склоны по краям. У них они... только Птур, по-моему, есть этот, на лав или как? Да, Птур, и у них этот бардак с внешним пулеметом.
То есть человек условится. А Птур он как на отстреле? На тап не работает же, да? Нет, работает. А нормально там в домах просто его поставить? Вот сюда... Ну его за дом поставить так, чтобы дом закрывался направление с севера, а южное... Да, снайперскую пару поставить, пулеметный гнезд где-нибудь вокруг. Чисто... Можно вообще по-извращенскому сделать. Можно его гурду разогнать, и мы будем, в принципе, на ГАЭ сидеть и просматривать все направления. Кстати, один раз такое было, и да, действительно, не удалось уничтожить на гурдуре. Ну, гуртур было уже не так интересно. Да, но зато защищал. Выигрышный. Ну, почти 100%. Ну и реально трудно взять эту высотку, это пиздец. Но вы учтите, что на, от гурдура на западе, на дороге, от флага этого белого-черно-зеленого стартует агент, а от флага на северо-востоке, в Имарате, стартуют эти. То есть нам как-то надо так прошмыгнуть между них. Тогда попробуем. Можно справа от Тимуркала есть почти точно такая же гора, на которую, в принципе, можно тоже забраться и поставить его с правой стороны. Да пофигу. Нет, ты подожди, ты послушай, смотри. Вот эта линия красная идет с правой стороны, то есть мы будем примерно в квадрате 103.047, на метки не прогрузились, может так поставлю получится. Угу. Мы будем сидеть с этой стороны, справа поставим этот спуск и будем просто на горе сидеть. Ой, тоже да, хороший вариант. В итоге бой будет длиться 10 часов, нафиг надо. Да там он открытый будет, во-первых, с РПГ кто-нибудь подойдет стрельнуть. Ну, его с пулемета даже можно сжечь. Да, тем более нам укрываться негде там особо. Там камни есть хорошие. Ну, эти тюлени будут наши лежать, как в прошлый раз тогда было. Я хочу зеленку, если честно, я не хочу гору. Я тоже за Какару. Давайте Какару, в следующий раз сыграем в гору Гурдур и всякое прочее. Собственно, все, грузимся в машины, Уралы и скат. Кто возьмет скат? Ладно, я возьму. Че, Какару или не Какару? Какару. Давайте распределяться, кто где сидит, да, чтобы оборона нормально была. Я скатом займусь, допустим. Значит, напарники возьми одного-двух человек, чтобы охранять. Ну, у нас уже Азарт, Тесей, Мальбор, Репит. Вот нам хватит. Группа прикрытия скада. У нас Чарли еще есть и Дельта. Чарли там Дельта, много вот народа. На снайперской, да, паре сядем. Да, ну вы вот гору какую-нибудь выберете. Только заранее сейчас скажите, где вы будете, чтобы Чарли пошел на другую. А, вижу. Ну, значит, восточную гору Human Warren, Хаттаб, Дон и Сметану. Ну, вы можете вообще... Кстати, знаете, что можно? Вот наоборот, мы вот сюда куда-нибудь утопаем? Или вообще будем мобильно там шариться в начале Ферзабаде? Что-нибудь потусуем? А группа Данов пусть займут горку, вы где мы сидели. Вы будете потом возвращаться в случае необходимости 10 лет. Это не вариант. Будете потом как спидер. Тут идти не... Федерации-то нет у нас. ПЗ, вопрос такой. А план Б будет? План Б? Какой план Б? Из Какару свалить куда-нибудь? Да, все решили в Какару. Все, я понимаю, что в Какару, но всегда есть план Б, который Иванчик, спасет. План Б забанить Иванчика. План Б, давайте на восток, вдоль линии, на гору, на ту, которую он предлагал, вот и все. Быстро свалить. А такой вопрос. Вот у меня в инвентаре есть рация. Ее потом заберут? Ну, спитер, видимо, савер, извращенец, скорее всего, заберет у некоторых. Mm. Вот у меня нет. У меня только ДВшка, допустим. Ну, в общем, посмотрим. Если все будет плохо, мы займем вот эту горку. Ну, а если будут рации, мы где-то в районе ту суть будем. Да, да. Частота обычная, сотая. Что? Что тут? Да, да. Что тут думать? От ДВшка 50. Рацию заходит 110 запасная.
Да пусть захватывает, господи, чё. А дальность видимости какая тут? Маленькая. А группа прикрытия кто? Я? Я с ПЗ поеду. Нет, ну с ПЗ получается вообще до хрена уже. Я группа медик. Прикрытия Чарли. Да все туда едем, рассаживаемся по окрестным холмам, да и все. Да, короче, как видно будет, го на карту смотрите, чтобы с зоны не вышли, и все. И метки на себя ставьте. Да. Главное с вами базу ехать. И как займете позиции, не бегайте, потому что пристрелю. Я буду стрелять по всем. Да. Потому что у них есть похожие негры. Нет, убийца, давай, работай. Опа. Неожиданно у вас ДШК есть. За фриза. Чё падает? Смотрите, смотрите, что с неба летит. Грузовики. Чё это такое? Вах. Нас атакуют? Да это глюк. Это не читы, это глюки скрипта армазского. У нас этот, у вас ДШК есть. Берем еще его. На частоту 100 переходит. Зе, зе. А, это же зашел. А где медицина? Чё-чё-чё-чё. А где медицина? У меня. Где медика? А всё, я уезжаю. Скат, уезжай. С этого тебе обращаю. Что? Проверка. Возьми две помзы. Возьми у меня, поставишь где. Давай. Я внутри. Я выпускал. Да-да-да. Я с тобой. Вон, давай. Что здесь? Иванчик, лёг. Иванчик, где ты? Грузился? Иванчик, загрузился? Да, сажусь. Поехали? Все. Налево, короче, сейчас. Ты на карту можешь смотреть, говорить, куда ехать? У нас доктор есть, чтобы морфин взять? Да. Проверка. На канал. А первый поворот налево. Куда тебе? Право, куда будет, тормози. Здесь же, да, где-то поворот? Да-да-да, вот сейчас, вот этот первый поворот налево. Он мягко идет. Чего? Первый поворот направо. Ага. Репит, ты где? Скат уже выехал. Понял все. Эй! Право. Да, по горям, кстати, будет стрёмно, он медленно едет по земле. Иванчик? Да, я понял, понял. Ты направо повернул, да? Да. Выйдет проехал направо. Да, он какара уже. Направо сейчас. А зачем направо? И ты хочешь в кокору послать? Да я в доме, да. За дом заныкал. И дальше едем. Ну ладно, я думал, в лесу хочешь. Не, в лес это открыто, за дом спрятаться, чтобы дом как прикрытие было. РПГ же не дремлет. Вот здесь, кстати, хорошее место. У меня есть две эти? Кого? Как он плохо поворачивает. Стой, смотри, вон там слева между деревьев можно поставить. Сюда в низине? Да.
Правее. Чё? У вас есть морфина одна штука? Нет. Есть, да. Я куда вы... Дай морфина, плиз. Два морфина, дай, пожалуйста. Залезай в рюкзак. Блядь, слава богу, ты медик, какой ты нежный. Я тебя люблю, Буся. В рюкзак залезай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Сзади отойдите, я сдаю назад. Здесь темно уже в глазах. Че? Я вниз не могу, там темно, темно уже. Паша, ты не доктор, случайно, не слот доктора? Да? Нет, нет. Я слот доктора, я нахожусь в газ, чтобы... Короче, давай, нормально. Мне в рюкзак и бьёт не сколько вам надо. Уралом можно с одной стороны... Такая утречка, пиздец, конечно. Да, Уралом можно прикрыть. Я вообще вот так прямо сейчас загнал бы сюда, к этому дому, морду. Все. Так. Кому надо медицину звать, ко мне в рюкзак, до хрена. Граждане, перед... Из зоны выйдите здесь, я сейчас разворачивать склад буду. Ни хрена не вижу, это как танк. На другую сторону уйдите. Ау. Давайте я тогда направлю. Куда, как на равнение. Да я знаю. Стоп. Чё, стоп, вы отойдите, ё-моё. Азарт, там кто ещё? Да ладно, не видно ничего. Может, кстати, урок нам поставить тогда, что мы их не видим. Только синий урок не наш. Да. Сейчас сделаю. Иванчик уже делает. Да и наш можно, какая разница? Главное, чтобы с аркубин не расстреляли. Так какая разница? У них они на карте видят, агент видит. Репит, полку перевернул. Да нет, вон они валяются перевернутые. Можно, кстати, машинку поставить. Вот, не, вон с той стороны ее поставить, то есть дырку загородить. Вот это вот. Да. Только хотя бы. Урал загнать сюда. Сейчас загоню. Приносим. А чё мне не пускают? А чё меня в раунд не пускают? Не знаю, командира, может, не застрелили. Как дальность прорисовки увеличить? Паша, за что ты его забанил? Это Аздоник забанил, не я. А, о, просрался. Лаги. Давай. Так, отойдите от Урала. Давай. Не, назад из толкача не было. Да. Все, давай. Ох, мощь. Давай. Не, назад и вдоль попробовать, может, есть. Да, отойди, уйди отсюда. Ну, вообще идеально, по-моему. Так, назад, стоп. А, чтобы детонации Урала не задел, скат так оставить, наверное, лучше. Не, за дырку закрыть. Назад и поворачивай налево. Руль налево и поворачивай.
Давай, 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 хорош, хорош, хорош. Теперь нужно вправо и тогда вправо приехать. Надо поближе, да. Чё это там делает? Срёт что? Не, просто прямо проезжай, прямо направо, да, вдоль прямо стену. Вы хотите параллельно дому что ли сделать? Да, 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 давай, 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 ровно, 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 ровно держи. Давай, давай, так, еще стоп, стоп. Чтоб сдалека не пробили. Угу. Мы тут фортификацию строим, они уже, может, приехали. Прием, что это за Урал есть? А где он ездит? Я немного улучшил здесь. Это будет страна Урал. Типа защита. За Урал поставил. Угу. Ну все, так, помзом еще можно заминировать, но я что-то боюсь, что нас сейчас сами разминируют это все дело. Я не понял, что мой парень с нашей стороны. Разве? Ну, у меня на карте возле моей метки стоит метка Мальбора. Хм. Самого, да и все, господи. Машина едет, машина едет. Да, с дороги. Да прям там едет. Север, север. Да это наш. Так. Вы на какой крыше едете, а? Мертвый. 100. Живой, телепортировался. Ой, к нам. Ворон, не надо это, медицина. Нет, вы мне даже не попали. Нет, я у тебя уже его украл. Как близко он к вам подъехал? Окей. Да прям в прям город прям заехал. Он прям залетел на Волге к нам в город. Я ворон, это нормально. Вы его убили? Нет, это ворон был. Мы ему промазали, мы не смогли убить его. Чего у вас тут баны какие-то налево и направо летят? Не знаю, откуда это все. Все вопросы к издальнику. Откуда? Это прям мастер. Нет, наших там не может быть. Здание, что там случилось? Здание. Заходит.
Что там у вас случилось? Паш, тебя еще не слышно. Меня сейчас не слышно? Task Force радио отруби. Я выключил уже. Алло. А теперь? Во, Паша. Короче, они там такой лапс устроили. Во-первых, Рексар пришел, начал тупо в народ стрелять. И в прайс, в частности, ну, в агент. Когда ему сказали, ничего не надо. Ну, понятно все. Где? А Мальбро я случайно. Я Роксара хотел забанить. Ну, а, разбанил. Вот. А Каркарыч, короче, ну, ехала куча гражданских. Я говорю, все, не стрелять, сейчас собираемся, едем. А эти начинают все стрелять, но я просто увидел только Карыча, который первым начал стрелять по гражданским, целый автобус гражданских просто КПшку пальнул. Ну, сам факт того, что ЛГУ устроили. Вот. Рексар, он, походу, не на сервере. Я просто его хотел... Ты бан сними с... Да, я снял уже с Мальбро. А, ну, ну все. Все. Че, тебя убили тоже? Не, я жив, просто ну, с Мальбро разбирался. Че, за? Вы уже нет? Ждем, ждем. Так, ну там целая история, короче. Все слышат меня? Да. Короче, я Рексара там целую начал убивать своих отделения. Каркарич там начал палить налево и направо. А Мальборо случайно... Он случайно забанил. А с Доника руки тряслись от злости. Вот он нечаянно забанил Мальборо. А он его разбанил, нет? Да-да-да. Что-то странно, у меня shift пробил не работает. Что-то едет у нас с севера. Север машины. Грузовик какой-то. 30. Готовимся. Прага едет. Урал, Сень. Ну, экипаж внутри. Ще поймаю. Там водитель, походу. А, да. Погоди, вроде наш нет. Нет, белый, там, белый. Не наш. Че, стреляем? Так, конечно. За камнем убить, дурак. И один выпал из кабины пассажира. Там наш идет аккуратно. Смотри, тихо, нет. Сейчас. Тут один, говорит, за камнем бежал. За камнем мертвый лежит. Ой, ну тут только три трупа. Ну а остальные где? Забаненных слишком мало. Так. Раз труп. Два труп. Три труп. Где нет, это вроде не труп. А раз есть? А, да, есть, да вышка. Че, он не труп был? Нет. Я в него патрона 3 добил. Ну, я не знаю, ну теперь он точно труп. Так, вот это трофейку возьму. Мне знаете, там, что не нравится? Мы поставили было так плотно Урал, а у них, если здесь скрипт стоит в модуле самоподрыва БК, то достаточно Урал бомбануть. И произойдет цепная реакция. Варан, там пулемета нет, случайно? Так, ребята, если эти не отзовутся, судя по всему, они могут предпринять попытку именно этой точки штурмовать. Огонь бьют с всего запада! Да кто наш снайпер? Успокойся, что ты истеришь? А что по мне тогда? Ну, если ты это раненое колено, то... Ну, зашибись, спасибо большое. Чё, зачем стрелять? Так, кто-то спрашивает, за красную зону можно выходить, короче, из врагов? Скажи им, что будет в глазах темнеть. Да. Че, серьезно сказать? Да нет, нет. Кто там свой на камнях шарится на метке? Невляшка. С пулеметом. В каске противник или свои? О, чё я нашёл. Да иди мне. Такистанская армия, ты ж свои.
Медики есть? Да мы вроде все так из танской армии. Медики есть, медикаменты. Иванчик вроде бы, Иванчик. Это не Валяшка, видимо. Чего? Медик, тебе же нужен? Мяхью. Ему медик нужен? Кому медик нужен был? Они домики проверяют. Знаю, он лежит просто. А где они говорят, домики какие? Я не знаю. Угу, так, понятно, там воры. Я убрал от греха подальше. Так, а я пойду куда-нибудь в лесу встречусь и там встречусь. А мне кажется, наши снайперы подстрелили нашего репита и ему где-то лежит. Да даже снайперы, блядь, видят, нет бы спросить, сука. Репит, бля. На дорогу, сейчас выбегу недалеко от Урала. Повернись на 180 градусов и беги ко мне. Так, я иду. Я бегу по дороге, но встреча к ним буду сейчас кусты минировать двумя помзами. Меня агентка. Мы в Какару находимся. Понял. Сейчас быстро минирую и валю обратно. Надеюсь, меня не убьют. Одни камни заминировал. Обратный огонь по нам. Да, по нам, по мне. Ой-ё, сколько их там. Паша, хочешь прикол? М? Меня убил Аздоник, просто затикилил. Без так. Причины. По-моему, был прайс, труп, его убил кто-то. Мы подъехали, стали вокруг его. Это был точно Аздоник, а не Каркарыч, не Мама? Хоть убили, нет? У Аздоника единственного статистика вынос была в тот момент. Из нашей команды. Причем еще неизвестно, как прайс умер. Райс живой. Ничего не знаю. И как живой? Я его труп видел. Вот он живой, вот прям бегает, представляешь? Нет, он гражданский, он этот... как он называется-то? Агент? Ну, ЦРУ. Чё за бред? Я его труп шарал. Может, он был ранен? Нет, не был гард. Блин, никто не мог. Мы по нему ещё по трупу стреляли. Меня больше волнует вопрос, что за фигня, рация не работала несколько секунд, не знаю. Подвисал как сервак. Видимо, вот я как раз к Акару подъезжали, блин, я ору в рацию. Есть там кто-то из своих, никто нет, точнее все игнорят. Также Ворон подъехал, на Волге подъехал, мы по нему стреляем, а он у меня потом оказывается такой лаг, и он у меня перед лицом оказывается стоит. Ладно, нахуй, там много было. Ворона сейчас убьет. Бля, это ваншот. Кто ваншот? На, он мою снайпу взял. Эх, так хорошо шли синие. Прям рядком. Сейчас все собрались в одну кучу.
Ебать, откуда он нас убил? Охренеть, еще выше. Там толпа целая. Хотя, еще это крыса. Да. Блин, так лол. Его не видно было отсюда. Ну ладно, двоих там ослонули. Вроде. Целое отделение идет. И по дороге. Как я этому зарядил? Как я этому с ДВшкой в лицо зарядил? Прям он так высовывается, а на харю. А не валяшка ранена, что ли? Наверное, да. Ну, спасибо, Майк. Достреляли. А чё случилось? Да у меня смогу. Чё там вообще за баны были, я чё-то офигел. О! Там бицилы начали ботов убивать. Дима, что-то перестреляли, еще кучу других. Я тебя прикрывал, они вышли. Меня убил сначала один, тебя в тот же секунду второй. То есть понял? Меня убил тот, который на горе сидел, на самом верху. А тебя убил, короче, Сэмка лежал, я его не видел с своей позиции. Да они нихуя не похожи на этих, на талибов. Ну, один похож на этот, на этого, на... Агент СРУ. Который прайс. А это какие-то американцы такие. О, древние. Давай в шоколад зайдем, блядь. Так я думал, что все, будет. Там все кончились, мы там двоих убили. Назад, они... блядь, отходить надо было. Наверное. Да ладно. Я убил одного, ты убил одного, все нормально. А Сдоник двоих забанил. А за шо? За шо? За чё за бан? Чё там Аздоник баны дает? А, тимкил типа, и сам тимкилит вроде. А, ну говорят. Вот это тупая тема, знаете, вообще, ну не душа. Чувак берет такое, не валяшка за нас, они там смотрят, короче, через список игроков, через эту фигню. И типа, не за нас, меня убивают. Такое, никакого отбирания, не знаешь, блядь, не стреляй. О, нормально вы, кстати, эту ТРК-шку заныкали, мне нравится. Бомбануть хотя бы один... Веша вставила, да. Да, на самом деле, ну ляк, нам надо было вообще в тех камнях ждать, чтобы они прям, знаешь, на эту вышли. Надо... На поле. Мы постреляли на блоки. Ну да, я... Нет, я говорю, нафиг мы вообще вот этот камень убежали, в котором мы были. Надо было остаться в тех, которых мы изначально... Шоколад заходить. Да ладно, надо было остаться в этих, которых вначале мы бы прям на поле постреляли. Не знаю, может быть. Он меня еще здесь нашел. СВД захватил, это очень. Ну да. Он до нас, не до нас, блядь. Ой, ворон сейчас башку прям Мальборо пролетит что-то. Каково я уже сдох, да у меня ворон этот. Этого камешка хорошо летит. Ворон, почему тебя-то убили, когда ты так нет было? Какой-то псих с ПК или с чего он работает, он псих вообще. Ладно. Зря Мальборо вылез. Валяк, я на экстрема пошел, короче, я встал. Угу. А чё там? Не знаю, просто посмотреть. Это Хуман. Кто там меня так расстрелял? Хуман, видимо. С РПК? Не знаю, вообще жестко. Прямо а что спектатор лагает вообще жестко? Прямо на смерть. Все. Отомстил за тебя, спит. Хорош. Позату. Давай попасть. Блин, а как вот как? Вот я за прайс сейчас смотрю, вот тупо не прорисовываю. Он в камень провалился просто. Это чуть вот тут. Такое? Не, а вот за Мальборо смотришь, так он спокойно на земле. Подвисал. Что за фигня? А с Доник? Вот я и говорю, и как это? Ты охренел? Чем тебя я убил? Я тебя убил. О, а теперь он здесь. Это реально охренеть. Паша. Давай-ка выше поднимемся. Блять, че спектатор лагает? Да вообще пиздец, у меня Мальборо сначала был впереди, потом... Я не стрелял ни по кому. Ага, не стрелял ни по кому.
Короче, я это видели. Сейчас хочешь прикол, блин? Я сейчас зашел... А потом в... ты развернулся и стал стрелять по гражданскому. Говорят, что еще ты убил кого-то. Я убил Карыча, когда он начал расстреливать кучу и еще кого-то убил. А, короче, еще я убил военного. Смотри, но я, кстати, жив. Это вот, был вот. Косяк, потому слышно? Что я пытался убить Рексара, который убил Прайса. Меня ну, слышно? Они в толпе были. А можно было меня просто слышно? Кикнуть... Раз, два, три, меня слышно? Слышно. Я Бендор. Во-первых, я, короче, баг нашел, меня кто-то. Вот, короче, объясняю, как все было. Короче, со своим отрядом я не поехал, вышел через это. Ну, машина вышла. Побежала другая машина. Я сел к ним. Поехал. И вижу, пацаны столпились возле трупа. Подбегаю, короче, к трупу. Нажимаю это, кручу колесико, выстреливаю. Каркарыч такой смотрит на меня, все такие офигевшие, начинают типа это, ну, разборки устраивать, и все, что в труп стреляю. У меня, потому что это, проклик был, типа, ну, не сработал, короче. Так вот, мне ноги прострелил, окей, ладно, мне как бы пофигу. Ну, его не надо было, кстати, банить. Так вот, потом началась, блин, дикая перестрелка, потому что там боты побежали. Его убили, вот и все. Сейчас, короче, меня пока лечили, меня, короче, потаскали. Я, короче, выпал сквозь текстуры. Зашел за наблюдателя. Перезашел, опять я играю за того человека, за которого я играл. Мне сейчас суицид делать? Ты, когда я к тебе подошел, я к Рексару потом подошел, спрашиваю, зачем ты это сделал? Я не слышал. Без шуток. Если я без сознанки лежал, ноги полечите, ноги полечите. Это я кричал, да, но я не слышал тебя. Я никого не убивал. Вообще никого, ни разу. Конечно, не убивал, потому что Прайс чудом выжил, но потом Каркарыч, который я не забанил, ну, там я прям наблюдал, говорил, что и ты гражданских пострелил активно. Да нет. Я как бы стрелял, но я ни одного гражданского не убил, только сейчас ты убил, потому что это только зашел. Ладно, надо как военный, где военный? Каркарыч, разбань-то? Он ничего не сделал плохого. В смысле разбанить? Ничего не делал. Был приказ все харе стрелять и собираемся, а он дружно с еще с кучей людей, я просто первый увидел Каркарыча, а может еще и разбанил. У меня к нему дружно нет. Он тратили БК на всех гражданских в регионе. У меня к нему нет. Че ты разбанивал? Да при чем тут ты вообще, Рексар? То, что он мне ноги прострелил. Ну и че? И тебя забанить собирался. А, ну спасибо. Только я ничего не сделал. Короче, все, кто сейчас есть в бане, остаются в бане до следующего воскресенья. В следующее воскресенье они играют, бан снимается. Сейчас они уже я отдыхают. Я 3 дня дал. Ну или 3 дня, замечательно. Я к чему? К тому, что, Рексар, ты на колесо, когда менюшку не на мышку нажимай, а на колесо мышки. Это первое. Нет, Каркарыч... я когда крутил колесико, у меня она... скажем так, не выбрался, поэтому я выстрелил. То есть, но ты же нажимаешь, подтверждаешь действие нажатием на кнопку левую клавишу мыши, чтобы выстрел сделать. Это та же самая кнопка. Это не надо так делать, на самом деле. Я понял, но, блин, случайно. Нажимай на колесо, либо на Enter нажимай. Каркарыч давно тоже просил бан, вот ему сейчас, как говорится, по совокупности он получил. Так, вопрос. Мне сейчас можно играть или суицид писать, потому что я зашел с старого бота? Ну, ты пока еще играешь. Ну, я как бы в наблюдателях был и знаю, где теперь позиции каждого противника. Я знаю, где все состоит у них. Да, там все все знают уже. Ладно, поиграю. Я сейчас, кстати, это, говорю через обычный TeamSpeak. Ну, вот, хотя... Паш, ты сейчас в это, спектаторе? Да. Вот нажми Аслан Сахах. Ну, тут, видимо, бот этого, да? И он, видишь, вокруг это, ну, военные преступления, вижу, короче. Вижу. Вот, так ты же понимаешь, что это куча народа просто стояли и стреляли. Просто так, да? Без причин. Сейчас проблема, я плачу подорвался. Я Ну, такая толпа людей сама умереть от сердечного приступа не могла, это точно. Вон там аж бедный упал один от ранее. Не убирается как ботом. Даже номер сама.
Значит, такую хорошую миску в Волгу превратили, мне прям. Так, люди, люди, что мне делать? ПЗ, что мне делать? Да я просто суицид. Я респаун. Респаун, скейп. То есть суицид. Окей, один. Не, ну если поехал, вон иди и едь, воюй, я вижу, там спектакль. Ну как вы понимаешь, он знает, я все. Ну, рацию здесь... работает. Ну, тогда чини рацию. Ой, ладно, я короче пошел. Надоело. Еще это место появилось. Еще же DMX. Ну чё там? Кто кто? Чё, еще куча банов. А кто прайс-то убил? Да он живой, он. Просто... как он выжил, тоже вопрос. Военный говорит, что его вроде убивали, а он даже был там труп, а он опять живой. Что-то с ним происходит, я не ручаюсь еще, я помню, что в этот момент пытался Морфи. Разворачивается, он валяется, куча народа вокруг него. Подбегает Триксар и сходу ему пулю еще дает. Я от этой картины просто, ну, немножко как бы это, офигею. Начиная, ну, не стоять, орать, вот, банить. А, не-не-не, я пытаюсь разобраться, что случилось, подхожу, а эти имеют, что просто, ну, как бы, знаешь, ну, потому что они плохие, у них так получилось, да, начать там оправдываться, все начинают разворачиваться и просто палить во все стороны. То есть сейчас выяснилась важная вещь, прайс на читах. А прайс, не, ну его лечить сразу начали просто. Ну как можно выжить под пули в голову? Не в голову, он подбежал в ногу. Я в ногу. А? Не, у него ноги сломаны, там даже видно. С головой, да. Все нормально. Его вылечили просто. Ты что, у нас медик что ли там? Да, меня отхилило. Один-то. Это. Да блин, а я почему медика звал? Никто не понял. Не знаю, но он меня всю медицину всадил, блин, и я не захожу нафиг, и я просто сквозь стену прилетаю. И умираю в наблюдателе, захожу. Ну Виксон же, кстати, вот там медик у нас. Виксон, а, да, Виксон, да. А он только сейчас до прайса доехал. Да он вообще куда-то где-то потерялся там. Он поставил. В Тимур-Галай уехал один почему. Че там, кто мне? Еще не начали? В смысле начали? Я его только закончил. Мы еще не закончили, мы еще не закончили. Я думал, что не успею. Ну ты уже успел. Три не успел. Не, ну я там просто нужно отлучиться на одну. На второй я... Питер уходит совсем? Да хрисы, не понятно, куда он бежит. Вот он с этого направления может сейчас выйти из РПГ-хи стрельнуть по скаду и все. Так он увидит его? С того просто. Там просто с этого направления вообще никто не смотрит, по-моему. Не, я тоже хотел зайти. Кто-то убил меня. А я что-то не доехал. Эх, мою помзу никто не сможет словить. Где она? На дороге стоит. Ну, рядом с дорогой, возле камня. Питер что-то, по-моему, видит. Сквозь горы. Он читер, я тебе говорю. Читы от Паши? Угу. У него там вообще на карте всегда это выключается. Долго еще будет. Вообще она часто длится по времени. А кто за бота Карыча играл? Вымер, да, кстати, дороге? Кстати. Неизвестно. Случайно не Рексар? Походу я, может быть, кстати. Ты на машине я что ли ездил, потом выбежал, пострелял в небо и сдох. Походу я, да, это я был. А зачем я ты за него играл? А я, короче, смотри, картина. Я опять из даже рассказываю, короче, смотри. Играю, короче, ну, короче, доезжаю до пацана, я случайно колесико прокручиваю и выстреливаю случайно в ногу пацану. Все такие разворачиваются, начинают во все стороны палить.
Гарри, короче, мне этот ногу прострелил. Меня, короче, начинают хилить. Вот все, это, все, все медицины в меня просто впихивают. Окей, ладно. Я пришел в сознание, но так лежу, как будто без сознания, но я в сознании. То есть карту открываю, могу это. Инвентарь открыть, но ходить, бегать и стрелять не могу. Так вот, перезахожу. Пролетаю сквозь текстуры. Окей. Ладно. Потом заново у меня лаг там случился, не мог выбирать этих, ну, солдат, короче, не мог выбирать игроков, чтобы смотреть за них. Заново перезахожу и, короче, захожу, похоже на себя просто этого бота. Я думал то, что я выжил, и типа баг случился, типа я выжил. Как спитер вышел из зоны, это а там же это, там темный экран становится. Так он же вон ходит, как будто видит все. Да? Так че ты? Ну я не знаю, я не смотрю просто. Вот так. Какой-то ваунчер странный, он психолог там два раза ровно. Чуть задержка же, Паш. О, спонсор, что видел. Там, то есть заходишь, через секунд 10, у тебя черный экран становится. Он же вот, знает. Че-то да. Сейчас. Тип у ТРК. Сейчас. Да, красный там видно. Карты делает, видит как. Сейчас промахнется. Снайпер, ну, он промахнулся может, тут техники много, может не туда, не на тут повестись. Как в боевиках, там цепная реакция. Все машины на воздух. Попал! Не взорвалось. Как он? У меня не взорвалось. А, не, он попал в эту. Машинку. Не, он я же говорю. Насквозь она пролетела. А машина улетела, почему? УАЗик. Он в машину попал. Не, два колеса только было. Другой конец города. Да-да. В общем, по городу машины перевернутые валяются. Это крюк этот бисов, а не скрипт. Окружение сделали кривое, вот оно все глючит. И карта зависает, видимо, от этого. Там, по-моему, красные охренели. Откуда это вообще? Что это? Ну, батяне, кстати, обложили эту технику. Не возьмешь ее даже. Там никого в доме не убило? Ну, все тут можно заканчивать, потому что ни у кого взрывчатки нету. Почему? Спитер еще труба. Что ты взял? Спитер, во-первых, труба еще. Ну, это да ладно, извиняюсь. Во-вторых, он долго там будет просто. По-моему, прайсик забрал. Прайс там каких-то гражданских. Миссия просто про убийство гражданских, походу. Короче. Короче, дело. Опа-на. Минус парень. Хатап. Ну-ка. Ты его убил. Теперь молимся за спитера. Что он попадет? Твои что ли порешали? Как у меня вторая миссия. Убила его. Что? Умер Хатап. Убила его. Да. Ща Вискас затащит. Какой Вискас? Я репит может увидеть. Вискас. Репит сейчас может увидеть. Да? Надо военного найти, ты военный. Убили. Военный? Убили? Там... Его я случайно убил, ну, потому что ты, я ты в Фликсар... меня... А зачем ты ищешь спину тогда, если ты его убил? Сдоник. Так в смысле? Когда это прайс мочит. Ты ему хочешь свой слот отдать? Не, ну извините. А передо мной че? А перед тобой че извините? Да ты мне в жопу настрелял, блин. Когда? Ты когда в военного стрелял. Как я в тебя мог попасть? Я не знаю, он передо мной стоял. Его убили. Так в него другие стреляют, тебе, наверное, Карыч попал. Так это ты что ли, Азаник, всех убивал, получается? А? Ты всех убивал.
В смысле? Банк. Ты же сам говоришь, убил военного там. Рексара мочил... ой, Прайс мочил Рексара. Я хотел Рексара, но военный оказался на пути. Попал в военного. Я никого не убивал. А Рексара-то успел? Ну, я себя? Думал в этот момент, что ты убивал, ладно. Я никого не убивал. Ну ты подошел и стрелил в Прайсе. Как ты сказал? Нет, так я тебе объясняю, что... Понял. Вот. Ты Рексара-то успел настрелять все-таки? Вот. Ну, он убежал куда-то, его потом догнал Тарыш. Потом Тарыш начал алговать и мочить, короче, граждан. Ну, вообще все начали мочить граждан, КЗ знает почему. Все, я не начал, не все, я ржал над вами. Я тоже не знал. Короче, Карыч и слева и справа от него два тела еще стреляли. Ну, Карыч прям вот не попался. Ну, я его казнил, короче. Короче, а массовая истерия произошла. Там, короче, мы разговаривали, оказывается, он думал, что это я его убил. Получается, а ты всех убил, Сдоник? Да. Ну, я убил одного, короче. А ну и военного, случайно. А, рога военного. Случайно. Оп. Так это два уже. Ну да. Короче, за то, что он гражданский, мочил кучами. Ему я орал ему прекратить стрелять. Я помню, как ты орал, дебил, идиот, ну ты такой. Ну, Вискал видит же он противника. Вискас. Вискас. Ну, стреляй. Так спокойно еще спиной. Mm-hmm. Ладно, типа, такие цели для вернулся. Меня. Вернулся. Да, промазал. Убил. Насмерть. А, не насмерть. Да насмерть. Да нет, вроде жизни. Про нет еще. Так ты военного завалил целенаправленно или случайно? Его случайно. По итогу. Понимаете, можно сказать все что угодно. Смотри, по итогу. Убил военного случайно. Карыча убил задело. Специально. Кочегару в жопу настрелял случайно. Это не я. 100%. Рексара, ну тоже, по-моему, там, не знаю, Рексара убил. Рексара Карыч мочил. Случайно. Рексар. 4 человека уже. Чё, 5-й был? Ты чё несёшь, говорю, Рексара Карыч мочил. Я мочил только военного случайно и Каркарыча специально, потому что, ну, Гаагский трибунал, всё такое. Устроил самосуд. Ну, Вискас, добивай. Бил всех и забанил, а чё? Мальборо-то хоть разбанил? Да. А то промахнулся. Тут промахнулся. Там убил, там нет, убил. Везде убил. Так получается, вот тоже убил Мальборо. Он ведь не играет уже. В смысле, он играл, его убили просто недавно. Он играл, ой, да. Прайс кого-то убил. Бля, Вискас, ну. Да он хатап. Зачем ты добивал? Кровь. Хатап полз? Или кто-то? И Дон лежит. Все лежат. Никто не понял, что Дон произошло. Дон вообще легко может, кстати, убить этого. Сметану. Угу. Прайс заметил это. Сметану. Кого? О, сейчас смотри, Спитер будет. О. А, Спитер! Ура! Красава! И чё? Всё. О, нормально. Еще его посылал Прайс. Не валяшка.